Акатуй – популярный национальный чувашский праздник. В переводе на русский язык «ака» означает «сев», а «туй» – «свадьба». Саха и земля будто венчаются во время весеннего сева. В этот день чуваши традиционно собираются в хоровод и поют любимые песни, празднуя завершение посевной. В этот праздник чуваши поздравляют друг друга с приходом лета. Мужчины издавна устраивали спортивные соревнования, а девушки должны были вышить к празднику полотенце. На столах всегда выставляли блюда национальной кухни. Чуваши показывают свое мастерство в песнях, в танцах, в спортивных состязаниях. Блюда, вы уже посмотрели, наверное, какие у нас прекрасные выставки, да, вот именно традиционных своих чувашских блюд, национальных блюд, и я думаю, что из поколения в поколение это будет передаваться. Акатуй изначально отмечали в деревнях, где особо ценится работа на земле. Сегодня этот праздник и национальный обряд объединяет горожан и гостей из районов области, тех, для кого родная культура и родной язык являются важной составляющей жизни. Мы видим, что древний праздник Акатуй носит современный характер, потому что здесь мы видим представителей не только разных коллективов, но и разных возрастов. И именно поэтому данный праздник очень важен для сохранения межнационального мира на территории нашего города. Акатуй проводит региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» при поддержке администрации Самары и Дома дружбы народов. Участников и гостей праздника поздравили от имени главы Самары Елены Лапушкиной и наградили благодарностями почетными грамотами за активную работу. Желаю участникам и организаторам праздника мира и здоровья. Пусть это событие вдохновит вас на новые свершения и добрые дела. В Самаре благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству успешно работают чувашские творческие коллективы, функционируют воскресные школы, ведется активная работа с целью сохранения, развития и популяризации чувашского языка, литературы и культуры. Планы на будущее, конечно, сохранить культуру древнего чувашского народа, передать ее детям, внукам, правнукам, и чтобы на территории не только Самарской области, но и вообще всей России, всего земного шара, речь чувашская звучала, песни звучали. Чуваши ценили свое национальное достояние. По словам участников Акатуя, традиционные национальные праздники объединяют жителей региона и укрепляют межнациональное взаимодействие. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Константин Головин. События.